Как делишки, ребятишки, с вами снова Адисан и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу новую рубрику «Перерожденная импровизация в Майнкрафт». И да-да-да, ребята, всем привет, спасибо большое. Потише, давай, Евгений, не садитесь. Потише. Ребята, спасибо большое за ваше огромное количество лайков от предыдущей серии импровизации. Только благодаря вам выходит эта серия, знаете об этом? Да, ребята, поэтому, если вы хотите продолжение этой необычной и прикольной рубрики, обязательно ставьте лайк на наши два видоса. И давай наберем хотя бы по 15 тысяч лайков, и мы обещаем то, что сразу же выпустим продолжение. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. Ну, а мы, собственно, пошли друг к другу в гости. В общем, ребята, это уже вторая серия импровизации. Сегодня Жека пришел ко мне в гости. И что самое главное, кем Жека будет в данной серии? Жека будет опять работать в офисе. И его начальник отругает за то, что он потерся важными документами. Но туалетной бумаги не было, и Жеке потом будет хана. Его начальник уволит или отбудохает за то, что Жека потерся какими-то важными документами на завод, можно так сказать. Поэтому Жека... Давай, шуруй, давай. Иди. Давай, я могу идти, да? Давай. Ага. Давай. Что, я уже что-то должен слышать, да? Да! Ты что-то говоришь? Заходи, иди! Не идти, вперед! Сюда. Нет, туда, не сюда, дебил. Вот. Видишь, здание. Что это? Да, здание. Это дом. Да, заходи. Это Google офис. Нет. Это ВК офис. Второе слово. Второй офис. Не офис второй, а слово второе. Это второй офис. Другой офис. Да. Звезда. Что ты сказал? Ну где я? Это офис Майнкрафта! Просто офис! Ну, просто офис! Просто офис! Да. Просто офис! Ага! Ну и что? Ты работаешь тут! Ты просто лох, который тут работает! Да, я понял! Лох! А я кто? Лох! Я... Кто я? Просто обычный работник, лох. Типа, это мои документы. А, это твои документы? Важные. Очень важные. Да. Ага, понял. Ты пошел в туалет. Типа, ты... Да-да-да-да-да-да. Я обосрался. Нет, ты обосрался. Ты пошел... А, я... В прошлом обосрался. Не обосрался, а пошел в туалет. Типа, вот туалет, да? Ты открываешь и типа просто сел. Ты пошел в туалет. Ты любишь какать. Ты придурок. Ты. Я люблю какать. Ты типа, ай, побежал, открыл, снял, сел. Я очень хочу какать. Ты уже обосрал, понимаешь? Ты срал. Я хотел какать. Да, ты хотел. Я хотел в туалет, и поэтому я уронил. Ты пошел в туалет. Пошел. В прошлом. Ты пошел и покакал. Че? Твою мать! Окей, я хотел какать, сейчас я не хочу какать. Ты хотел какать, и ты покакал. Я хотел и хочу какать. Твою мать! Ты хотел? Я. Хотел. Что? Ёб твою мать! Жека! Ну, давай! Ты! Я! Сидишь... Ай-яй-яй-яй! Побежал, спустил... Ну, у меня заболел живот, я пошел какать! Да, молодец! Да, ну... Вот ты... Подожди. Это документы. Подожди. Это важные документы. Да. Ты осторожней. Да. Это очень важные документы. Вот именно, были важные документы, ты потерял ими сраку. Чего? Ты пошел в туалет. Пошел. Я обосрал эти документы. Ты ими... Я ими вытерся. Да. А это мои документы. А это твои документы. Придурок. И что? Все? Все. Я твой босс. Ты меня увольняешь. Увольнять слишком банально, типа, уволить, слишком просто. Подожди. Тебе хана, да? Мне хана. Да. Увольнять? Увольняю. Не, слишком, типа, слишком просто. А, ты еще не уволил меня. Еще нет. Увольнять, типа, изи, не, изи. Ты не хочешь меня увольнять?
Да, потому что... Потому что... Увольнять слишком просто. Увольнять это такое? Да, такое. Вот. Но. Поэтому, поэтому ты... Ну ты же со мной хочешь сделать. Да, поэтому ты... Давай, шуруй, шуруй. Шуруй. Дальше. Сюда? Да, да, иди сюда, иди сюда. Да, 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 да. Это! Это твой кабинет! Мой кабинет! Ага. Я твой босс! Ну ты мой босс, да, я понял. А ты лох! А я работник! Лох! А? Лох! Я работник! Лох! Я плохой работник! Нет, ты лох! Я работник! Л! Что это? Л! Л! Я школьник! Ты придурок, а не школьник! Л! Буква Л! Л! Бровки домиком! Ты! Я! Л! Э! Лох! Я лох! Да! Ты лох! Иди сюда! Вот сюда? Окно! 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 Мне падать вниз! Прыгай! Я падаю! Ну это ты, поэтому как бы... Всё! Всё? Я говорю, уволить слишком просто, поэтому давай, шуруй с окна. Я так вот это понимал. Уволить ему слишком просто. Я говорю, лох, потому что просрал всё. Мои документы там на завод, ты пошёл им сраку вытирать. Жека, ну как бы думай в следующий раз, хорошо? Хорошо, хорошо. О, ребята. Это было сложно. Да, мы очень сильно надеемся, что вам понравилось. Если да, то обязательно ставьте пальцы вверх и на мой, и на Жекин видос. И также шуруйте к Жеке смотреть ту часть, где я к нему ходил. Обязательно ставьте лайки на 2 видоса, если хотите продолжение, потому что мы очень надеемся, что вам нравится эта рубрика. Да? Я измученный, просто я уже с ним слов нету. Это просто... Ставьте лайки, ребята. Ставьте лайки, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Что? Шито? Шито? Что? Что это? Что это? Кого? Иди! Бегающий зомби! И беги дальше! А, не да, дальше да, идти! Да, да, да! Стол мокрый! Квартира с трупаком! Да, еще больше тащи! Опять компьютер, значит, убили видеоблогер!